Подробности недели выясняю. Мир Донбассу. Переговоры зашли в тупик. Куда делись русские военные? Это херсонская часть знаменитой Арабатской стрелки. Мы знаем, или действительно ушли отсюда российские военные. План Путина в деталях и по пунктам. Живите как хотите. Новая программа Кабмина. Вот это все, что у меня на сегодняшний день осталось. Некрасиво получилось на международном уровне. Вимога суспільства щодо очищення влади як одного з елементів боротьби з корупцією надзвичайно висока. Що скриває закон люстрації? Це нарушення прав людини. 8 вечора, в воскресенье. Подробно о главному.